Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Rozumienie ze słuchu. Poziom podstawowy. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka rosyjskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera. Zarówno teksty, jak i instrukcje do wykonania zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie. Sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk: Rozwiązuj poszczególne zadania. Zgodnie z poleceniami, w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze: Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Информация о проведении Олимпиады 2014 года в Сочи вызвала дискуссию среди россиян. Корреспонденты Сочинского радио задали вопрос жителям и гостям своего города. Олимпиада в Сочи. Вам нравится это решение или нет? Послушайте их ответы. Первое лицо. Мне искренне жаль что жители города, в котором будет проходить Олимпиада, в своем большинстве недовольны. Но ведь Сочи это не город сам по себе, это еще и Россия. Большинство россиян рады тому, что Олимпиада пройдет в Сочи. Лично я уверена, что проведение Олимпиады поможет решить хотя бы часть проблем, которые есть у города. Второе лицо. Всем известно, что, во-первых, олимпийские объекты будут строить на бывших болотах. Сейчас там пусто. Во-вторых, объекты примыкают к старым жилым домам, которые обязательно должны отремонтировать к Олимпиаде, чтобы все выглядело красиво. Как же можно не радоваться такому решению? Третье лицо. Жаль тратить такие деньги на всю эту показуху, когда в городе постоянно коммунальные аварии. Я считаю, что город просто не готов проводить такие масштабные соревнования. Ну и, конечно, уничтожение зелени и стройки, стройки, стройки. Четвертое лицо. Я уверен, что все в Сочи гордятся тем, что Олимпиада пройдет именно у нас. Это действительно шаг вперед, причем уверенный. Мы наверняка подготовим и проведем Олимпиаду на самом высоком уровне. Поздравляю всех с Олимпиадой. Я рад за вас, дорогие сочинцы. Пятое лицо. Мне непонятно. По какому критерию у нас отбирают города кандидаты? В Сочи ⁇ это все-таки летний курорт. А тут собрались строить объекты для зимних видов спорта. Потом все это нужно поддерживать. А искусственный лед, например, вещь дорогая. По моему мнению, в России есть другие города, которые более подходят для зимних игр. Выслушай тексту до этого задания еще раз. Информация о проведении Олимпиады 2014 года в Сочи вызвала дискуссию среди россиян. Корреспонденты сочинского радио задали вопрос жителям и гостям своего города: Олимпиада в Сочи. Вам нравится это решение или нет? Послушайте их ответы первое лицо. Мне искренне жаль, что жители города, в котором будет проходить Олимпиада, в своем большинстве недовольны. Но ведь Сочи – это не город сам по себе, это еще и Россия. Большинство россиян рады тому, что Олимпиада пройдет в Сочи. Лично я уверена – что проведение Олимпиады поможет решить хотя бы часть проблем, которые есть у города. Второе лицо. Всем известно, что, во-первых, Олимпийские объекты будут строить на бывших болотах. Сейчас там пусто. Во-вторых, объекты примыкают к старым жилым домам, которые обязательно должны отремонтировать к Олимпиаде чтобы все выглядело красиво. Как же можно не радоваться такому решению? Третье лицо. Жаль тратить такие деньги на всю эту показуху, когда в городе постоянно коммунальные аварии. Я считаю, что город просто не готов проводить такие масштабные соревнования. Ну и, конечно, уничтожение зелени и стройки, стройки, стройки. Четвертое лицо. Я уверен, что все в Сочи гордятся тем, что Олимпиада пройдет именно у нас. Это действительно шаг вперед, причем уверенный. Мы наверняка подготовим и проведем Олимпиаду на самом высоком уровне. Поздравляю всех с Олимпиадой. Я рад за вас, дорогие сочинцы. Пятое лицо. Мне непонятно, по какому критерию у нас отбирают города кандидаты. В Сочи это все-таки летний курорт, а тут собрались строить объекты для зимних видов спорта. Потом все это нужно поддерживать, а искусственный лед, например, вещь дорогая. По моему мнению, в России есть другие города, которые более подходят для зимних игр. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie drugie przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Май для выпускников – это период экзаменов на аттестат зрелости. Послушайте советы специалиста о том, как готовиться к экзаменам, чтобы набрать приличные баллы. Первый совет. Не занимайтесь без перерывов. Учитесь блоками. Усвоение темы – перерыв. Закрепление ее – снова отдых. Перерывы могут быть короткими, но обязательно регулярными. Второй совет. Достаньте как можно больше экзаменационных материалов с предыдущих экзаменов. Решите их за установленное время без справочников и шпаргалок. Обязательно проверьте себя по правильным решениям. Третий совет. Принимайте пищу регулярно не менее четырех раз в день ешьте фрукты и овощи, пейте соки. Попрощайтесь с бутербродами, хот-догами, пирожками. Сухомятка и еда на бегу запрещены. Четвертый совет. Не забывайте об активном отдыхе. Делайте гимнастику. Побегайте, попрыгайте, погуляйте с собакой. Если есть возможность, ходите в бассейн. Пятый совет. Не волнуйтесь. Это мешает нормальному процессу усвоения знаний. Не сомневайтесь в себе. Если вы действительно занимались и усвоили материал, вы сдадите экзамен на «отлично». Выслушай тексту до этого задания еще раз. Май для выпускников – это период экзаменов на аттестат зрелости. Послушайте советы специалиста о том, как готовиться к экзаменам, чтобы набрать приличные баллы. Первый совет: не занимайтесь без перерывов. Учитесь блоками. Усвоение темы перерыв. Закрепление ее – снова отдых. Перерывы могут быть короткими, но обязательно регулярными. Второй совет. Достаньте как можно больше экзаменационных материалов с предыдущих экзаменов. Решите их за установленное время без справочников и шпаргалок. Обязательно проверьте себя по правильным решениям. Третий совет. Принимайте пищу регулярно. Не менее четырех раз в день ешьте фрукты и овощи. Пейте соки. Попрощайтесь с бутербродами, хот-догами, пирожками. Сухомятка и еда на бегу запрещены. Четвертый совет. Не забывайте об активном отдыхе. Делайте гимнастику. Побегайте, попрыгайте, погуляйте с собакой. Если есть возможность, ходите в бассейн. Пятый совет. Не волнуйтесь. Это мешает нормальному процессу усвоения знаний. Не сомневайтесь в себе. Если вы действительно занимались и усвоили материал, вы сдадите экзамен на отлично. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie trzecie przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Знаменитая теннисистка Мария Шарапова в Мадриде задержала грабителя. Во время пребывания в испанской столице на турнире женской теннисной ассоциации она решила с подругой по команде посетить известное кафе. Когда теннисистка хотела заплатить за кофе и взяла сумку, она вдруг увидела, как к ней подходят подростки с газетами в руках. Неожиданно один из ребят приблизился к девушке, накрыл газетой ее сотовый телефон, который лежал на столе, и незаметно забрал его. После этого вся группа молодых людей, как ни в чем не бывало, собралась уходить. Однако спортсменка не испугалась и смело побежала за подростками. Задержать вора и отобрать свой телефон, ей удалось с помощью официанта. Как позднее рассказала сама Шарапова, удивленные воры в конце концов признались. Мы знаем, кто ты. Ты Шерлок Холмс. Шарапова не обратилась в полицию, но рассказала о том, что с ней случилось, журналисту одной из испанских газет. В Европе... Распространен подобный вид краж сотовых телефонов. К человеку, который сидит в уличном кафе, могут подойти двое или трое преступников с каким-либо вопросом, чаще всего с картой города. Отвлекают разговорами жертву, незаметно похищают со столика ее телефон и исчезают. Не случайно владельцы дорогих телефонов Стараются их застраховать. Выслухай тексту до этого задания еще раз. Знаменитая теннисистка Мария Шарапова в Мадриде задержала грабителя. Во время пребывания в испанской столице на турнире женской теннисной ассоциации она решила с подругой по команде посетить известное кафе. Когда теннисистка хотела заплатить за кофе, и взяла сумку. Она вдруг увидела, как к ней подходят подростки с газетами в руках. Неожиданно один из ребят приблизился к девушке, накрыл газетой ее сотовый телефон, который лежал на столе, и незаметно забрал его. После этого вся группа молодых людей, как ни в чем не бывало, собралась уходить. Однако спортсменка не испугалась и смело побежала за подростками. Задержать вора и отобрать свой телефон ей удалось с помощью официанта. Как позднее рассказала сама Шарапова, удивленные воры в конце концов признались. Мы знаем, кто ты. Ты Шерлок Холмс. Шарапова не обратилась в полицию но рассказала о том, что с ней случилось, журналисту одной из испанских газет. В Европе распространен подобный вид краж сотовых телефонов. К человеку, который сидит в уличном кафе, могут подойти двое или трое преступников с каким-либо вопросом, чаще всего с картой города. Отвлекают разговорами жертву. Незаметно похищают со столика ее телефон и исчезают. Не случайно владельцы дорогих телефонов стараются их застраховать. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.